Верхнеуральск стал героем рубрики «Малые города России» в эфире общественного телевидения России. Съемочная группа федерального канала сняла репортаж о Верхнеуральске, старейшем городе Челябинской области, который отличается обилием старинных домов и богатой историей. Канал расскажет о жителях города, его достопримечательностях. Съемочная группа ОТР побывала на предприятии, где делают уральские гири. Всего за несколько лет здесь смогли освоить выпуск самых разных гирь, от любительских до профессиональных, от 2 до 40 килограмм. Сегодня предприятие «Титан» предлагает самый широкий ассортимент спортивных гирь в мире. В центре города немало старинных зданий, памятники культурного наследия. Дома золотопромышленников братьев Ромеевых стали одной из площадок для съемки исторической части сюжета. А с Людмилой Шариповой, жительницей Верхнеуральска, журналисты пообщались на тему, каково жить в доме с богатой историей. Будет в сюжете материал о знаменитой Верхнеуральской тюрьме и Свято-Никольском соборе. Он был построен в 1870 году в русско-византийском стиле и представляет собой яркий образец эпохи эклектики на средства верхнеуральского купца первой гильдии Николая Рытова, поэтому в народе часто называется Рытовским. Никольская церковь представляет собой значительно уменьшенную копию храма Христа Спасителя в Москве, поэтому ее называют младшей сестрой Московского храма. Храм Николая Чудотворца в 1891 году посещал во время визита Верхнеуральска царевич Николай, которому было уготовано стать последним императором России. Этот храм – главная высотная доминанта исторической части города. В ближайшее время сюжет о Верхнеуральске выйдет в программе новостей на общественном телевидении России. Также его можно будет посмотреть в интернете на указанном сайте. Анонсы, вышедший материал вы сможете увидеть в эфире и на источниках Верхнеуральского телевидения в интернете.